Всех приветствую на своем канале. Наступили холода, зима, морозы. И опять же возник тот же самый вопрос. Значит, в прошлых видео мы смотрели стартер. Я говорил, что самый лучший вариант для МТЗ заводить зимой — это на 24. Он намного веселее крутит, то есть лучше заводит. Но даже при минус 15, без подогрева, очень тяжело завести МТЗ. И это очень тяжело влияет на аккумуляторы. Да, значит, мы говорили, у нас стоит магнитон 2,7. Простой, как положено. То есть для МТЗ 82 аккумулятора 90-х, то есть 180 пусковой. И подогрев. Какой подогрев? Значит, у нас был 0,8 киловатт кипятильник, в блок его вставляли. Он ни хрена не греет. То есть он греет, но надо часа 3-4, пока это все отойдет. И то он до низу ни хрена не это не прогревает. Второй у нас были сонаровские, которые вон здесь мастера у меня поставили в кабину его. Он там должен стоять, якобы, которые ставятся вот сюда, вниз выводятся по трубке печки, все. Сонаровские, там не сонаровские, не знаю, это такие бабышки, вверх, в бок выход. У нас был, по-моему, он сонаровский такой подогреватель первый. Его надо выставить выше, ниже, наклон, фигон, шарик, не шарик, чтобы он начал циркулировать. Ну, это мы заморочились, ни хрена не циркулировал, ни хрена он, кроме патрубков, ничего не прогревал. Короче, я заморочился, взял, купил у них ноу-хау, тогда было. Здесь у нас стоит на 24, и этот... И он гораздо бодрее и почти сразу заводит трактор после подогрева. Ну, вернемся к подогревателям. Вот этот сонаровский, он как бы был у них нон-хау с крыльчаткой, то есть с моторчиком, который якобы продвигает и прогревает дальше весь блок. То есть создает циркуляцию и прогревает. Херня. Херня полная. В общем, из всех подогревателей, которые мы прошли, у нас на всех тракторах стоит этот подогреватель. Это вот такой вот польский 1,8. И он стоит вместо выхода пускача прямо в блок. Ну, туда же ставится этот кипятильник 0,8. И вот в это место. Он прогревает сразу. Он прогревает головку 1,8. В течение, где-то при морозе, минус 10-15, в течение 30-40 минут он 40 градусов нагревает двигатель. То есть на в течение часа он нагревает где-то до 50-60 градусов двигатель. Да, еще не забудьте про утеплитель. Утеплитель обязательно должен быть. И вот такой, сейчас я его получше покажу. Здесь у нас тоже стоит такой. Но здесь у нас украинский нон-хау, вот такой вот купили, он повернутый, ну, не столь важно. И сейчас еще у нас специалисты ставят подогреватель вот сюда. Вот это нормально, настоящий польский подогреватель. Они стали, и китайцы сейчас его выпускать, делать. Ну, фокус в том, что там стоит простой ТЭН 1.8, и китайский, не китайский, его можно поменять и как бы поставить нормальный ТЭН, и будет он все нормально прогревать. Он прогревает в течение часа, он прогревает, и трактор заводится. Так что как-то вот так. Пишите, комментируйте, у кого какие еще есть другие, которые греют, не греют, как заводите, как что. Ладно. Я буду рад, если кому-то это видео поможет. Поможет в нашем колхозном труде. Ладно, это все лирика.